Такой он сибирский чак-чак и сибирское гостеприимство. Еще на берегах Ангары Рустам Миниханов вкусил прелести местной изюминки архитектуры Иркутской слободы. Эту историческую застройку города недавно отреставрировали, облагородив здания и скверы. Такой комплексный подход к делу особенно понравился Рустаму Миниханову. Как отметил президент, в Татарстане также накоплен богатый опыт реставрации. И здесь специалистам двух регионов будет полезно обменяться опытом. Это уникальный опыт, который надо воплощать по всей нашей стране. Сотрудничать с Иркутской областью Татарстан собирается и в деле новинки отечественного авиастроения. На Иркутском заводе строится новый самолет МС-21. И предприятия республики помогут воплотить этот проект. Есть предприятия, которые делают компоненты для самолета. Они тоже, вот 6 предприятий здесь, они будут более детально обсуждать нашу кооперацию. И таких путей сотрудничества между Татарстаном и Иркутской областью много. Сейчас товарооборот между регионами составляет более 4 миллиардов рублей. Увеличить эту цифру планируют за счет расширения сотрудничества в химии и нефтехимии, а также в лесной промышленности. Мы договорились о том, что поработаем и в части сотрудничества по производству химической продукции и лесной продукции. Ну и кроме этого, Татарстан в последнее время очень серьезно занимается развитием и технологий. Все пути сотрудничества занесли в дорожную карту. По ней и пойдет реализация договоренности. Также Рустам Миниханов поблагодарил местные власти за поддержку татар Иркутской области. Как отметил президент, сохранить родной язык и культуру им всегда готов помочь телеканал ТНВ «Планета». Лисан Сабирова, Дмитрий Аренин, Давид Абдуллин, ТНВ, Иркутская область.